Совместный творческий проект «Гараж» представили зрителям артисты Биробиджанской областной филармонии и городского дворца культуры. На сцене развернулся сюжет доброй и поучительной истории о взаимоотношениях внутри одного поколения большой семьи. Украсили его детские голоса зажигательными концертными номерами. Со сцены звучали песни, наиболее популярные среди подрастающего поколения. Это представление стало завершающим в юбилейном 45-м молодежном концертном сезоне областной филармонии. Сегодня у нас детское закрытие, детские коллективы участвуют, артисты филармонии и ансамбль «Винил» городского дворца культуры. Они нам всегда помогают, мы с ними очень дружим. Сегодня у них практически сольный концерт. Филармония, как говорится, помогает. Традиционно, каждый год, закрытие. Следующий концерт, посвященный закрытию сезона, пройдет в областной филармонии 16 июня. Выступать будут уже взрослые профессиональные творческие коллективы. На сцене прозвучат арии из опер, фрагменты из мюзиклов, романсы, еврейский фольклор и другие любимые биробиджанскими зрителями номера. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21.